например, в той же Германии. Смотрю я сейчас на Нобеля Рустамяна и понимаю, что он лукавит. Конечно, бы ему хотелось, чтобы Ювентус где-нибудь в апреле. Олимпьяниш получает мяч от Игуаина. Стураро на левом фланге уже в штрафной. Бьет Стураро. И Донна-Рома довольно легко мяч забирает. Почему так легко дают? Да, Наполи выиграл. У Юве в серии пенальти. Смотрим еще раз повтор удара Стураро. Да, не успел выброситься на него Палетто. Абатая подача в штрафную. И мяч зависает в воздухе. Надо здесь побороться. Но как будешь бороться с этими парнями из Юве? Здесь Лихштайнер мяч убивает. Снова Сусо. Стураро. Далеко отпускает мяч Стураро. При этом вступает тут же в отбор. И в итоге аут. Ну вот, пожалуй, в первом основе. Но, правда, все же уровень футболистов, согласись, Паш, разный. Все же Карлос Бакка — это игрок мирового уровня. Ой, Донна-Рума что творит? Да, но... А Донна-Рума показал еще, знаешь, что в 17 лет можно такими нервами обладать, потому что, друзья, этому парню 17 лет, и он вот так в матче за Суперкубок Италии, играя за Милан, подача. Удар головой не получается у футболиста Ювентуса Алекс Сандро. Что Недвед, судя по всему, там действительно работает хорошо. Игуаин с мячом, пас на Стураро. Стураро бьет по воротам и не забивает. Донна-Рума! Какое спасение! А далее Игуаин как разобрался, нашел Стураро. Ну и... Стураро. Маджукич, Маркизио в одно касание. И вы знаете, нет, не прошла передача. Было бы забавно, если такой... мяч долетел бы до Стураро. Фактически я к этому футболисту отношусь. Да, он очень старательный. Да, он молодец, что даже в условиях такой конкуренции выигрывает место в старте. По-моему, он просто по уровню уступает. Очень сильно. И перевод уже на Стураро. Ну, остановил. Хотя бы остановил. Но Милан так распоряжается мячом на своей половине поля, что хочется за голову схватиться. Постоянные потери. Вот он, Стураро, играет на Пьянича. Пьянич собрал трех футболистов и мяч сохранил. В этой ситуации Стураро... Ну, теперь надо желтую давать, мне кажется, потому что уже этот фол-то не хочет накалять страсти. Ты знаешь, мне кажется, Стураро сам виноват. Он Мадула появляется, потому что с ним-то все понятно. Он довольно простой форвард, а вот с Баккой надо придумывать. Тянич. Игуаин. Стураро. Один вообще на чужой половине поля. Неужели сам к воротам полезет? Полез и мяч сохранил. Да, Хедира, который ничего не выигрывал. Но он ничего не выигрывал, да. Нет сенаторов, как в Италии называют. Подача тем временем на опасный момент. И здесь Юра Якутск. Не очень удобно ему было. Затей летел и... Давайте смотреть, офсайда не было. Ну и он, наверное, побоялся немного за по голове Стураро. Стураро в каждом эпизоде. Что у своих ворот, что у чужих. 34-летний защитник Ювентуса. А его не понял Стураро. Он побежал в зону. Куда дел пас Патрис? Да, реджиста, говорят итальянцы. Подача на дальнюю штангу. Как ошибается Донна-Рума. Длинные руки, не всегда их длины хватает. Опять Стураро там. Кто же еще? Еще раз посмотрим. Кстати говоря, Маджукич подавал. Опять-таки умение Марио открываться в разные зоны. Четверки полузащитников. Да, мы видим, он очень часто оказывается близко к нападающим. Он фактически две линии разрывает. Маджукич. В одно касание Стураро. Сохранит ли мяч Стураро, заработает штрафной. Свалил. На пару еще и Локотелли поучаствовал в эпизоде. В запасе у Ювентуса есть, мы уже сказали, Паоло Дибала. Пытались накануне матча итальянские журналисты. Пьянич играет на Стураро. В итоге ошибается Стефано Стураро. Я чуть с тобой поспорю, потому что это все же трофей. Стураро не получил мяч. Это трофей, как ни крути. Да, это может... Я закончу свою мысль. Это трофей для Ювентуса. И в этом календарном году Ювентус... Потенциальные деньги. Дело все в том, что вот эти самые инвесторы загадочные китайцы, которые третий раз откладывают сделку, на этот раз на начало марта, они заплатят еще... несколько миллионов долларов или евро, я не знаю, за победу. Еще и бонус команде Милан за трофей, который Милан выиграет в этом году, в 16-м году. Поэтому если Милан сегодня побеждает, игроки на Эбрам. Опасный момент, Игуаин, Стураро, и Стураро забыл. Как мне касание игрока Милана вот здесь. Палетто, по-моему, опередил Стураро. Да, ну а Игуаин просто не совсем... Шанс для Милана. Куцко на левом фланге. Стураро не отпустит, конечно же, Куцко. Очень чисто. Вообще потенциально, безусловно, один из лучших игроков мира. Нарушение правил со стороны сами Хедир. Юве остается, но что, неужели травма?
Неужели серьезное повреждение? Сам расстроен Стураро. Бился он сегодня как лев. Ну что, это как раз шанс для того же Марио Лемина. Например. Да. И Стефано Стураро, да, не готов игру продолжить. Марио Лемина, экс-футболист марсельского Олимпика, который здорово себя проявлял во Франции, но не настолько здорово, чтобы вот такой резкий скачок совершить вперед. Для меня его здоровье. Будем надеяться, что травма не слишком серьезная.